Это Лорет де Мар. 8 мая. И здесь цветут розы. Смотри, как красиво. Уникальное сочетание. Вот оранжевые, а вот розовые. И все на одном. Рыбачка, которая ждет своего рыбака. Это визитная карточка. Лорет де Мар. Лорет де Мар. Вот такое море. Вот он такой красивый. Вот он такой. Сейчас я в Барселоне. Играет музыка. Мы подкрадываемся к Кафедральному собору. Боже, как красиво. Как не влюбиться в Барселону? Времени нет. Посмотри, как интересно. Вот такая Матерь Божия и такой Иисус Христос. Вот он такой. Боже, как красиво. Но это, по-моему, никогда не достроится без Гауди. Увы. А вот еще один знаменитый домик Гауди. А здесь они точно так же, как и у нас, проходят какие-то демонстрации. Что-то они возмущаются. Ну, красиво. Да. Мастер-класс такой, да? Я мастер-класс. Приезжайте на мастер-класс. Звезда. Так. 10 мая 2016 года. Мы находимся в имении Торрес, Каталония. Это место, где производятся все вина Каталонии, самые-самые лучшие. Вот такая красота, это их центральный павильон, это их цветы. И самое красивое, что здесь, это виноградники. Вот там далеко, это не просто так усадьба, это усадьба, где живет практически правнук основателя династии, которой более 300 лет. Он живет там с супругой. А вот это их виноградники. Причем, что самое интересное, что у них очень популярно растить предварительно еще и дополнительно розы рядом. Розы, оказывается, это у них еще и индикатор всяких болезней. То есть, если появляются болезни, то в первую очередь их реагируют на эту розу. И тогда непосредственно уже мастерами применяются соответствующие химикаты. И, в общем-то, подвергаются виноградник обработкой. Вина очень вкусная, вина классная. Семейство занимается этим не только здесь, но еще и в Чили, вот, и в Калифорнии. Вот красота. Сейчас еще пройдемся по розам. Если кому-то показалось, что это совсем не гигиенично, это я ошиблась в этом. Я сейчас покажу вам, как пьют, а потом... Потому что вся суть в резком движении. Это просто за то, что у меня здесь, да? В резком движении.
Значит, нужно поставить так, чтобы не удариться. Теперь поднять его чуть выше. Вот следующий пункт, самый главный, нужно открыть рот. И потом резким движением раз. И обратите внимание, сейчас второй раз буду показывать. И еще чуть-чуть наклоните, чтобы струя падала на нижние зубы, и вы могли глотать. Но если глотать не получится, тогда много вина в рот не набирайте. И как только чувствуете струю, надо поднять выше. Чем выше, чем больше струя, тем приятнее. Потом приближаем к себе, не намного, и так опять раз, и обрывается капля, она упадет. Ну, я отступила, чтобы она упала, а у вас будет все мягче. Вы же забудете про это. А почему нет? А где вы еще напробуетесь? Значит, и так, смотрите. Ну вот, практически мы приехали вот отсюда, Пине, да? Да, Капсалоу мы там были, потом мы были в Салоу, да, теперь мы доехали до Камбрилеса. Кстати, вот Камбрилес еще очень популярен тем, что здесь центр гастрономии морепродуктов. Мы прибыли. Порт Адвентура Ворд. Вот так. Вот так здесь все красиво. Здесь действительно играет музыка, все располагает к отдыху. Все просто так замечательно. И вот он, знак красивый. Все очень здорово. Считается, что это самый страшный аттракцион. I have to do it. No, I must do it. Страшно, но мы идем всей толпой. Помни меня, Украина. Вот там, в третьей кабинке, раз, два, три по счету, поднимаюсь я. Сейчас я поднимусь в гору, буду спускаться вниз. 3 минуты свободного полета. Самая великая горка в Европе. Сейчас я на знаменитейшем футбольном стадионе, который называется Camp Nou. Новое поле. Здесь играет известная барселонская команда. И мы здесь тоже пошарим. Ну вот, последний вечер на побережье Ла Пинеда, Коста де Урад. Вот здесь я пришла посещаться с моря. Вот оно какое красивое, оно необыкновенное, испанское солнце, Тарагоны, испанское море, красивое. Последний заряд батареи я трачу именно